Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джанна Самаюктам Винда Банам Манухарам Ванча Калпатару Васяки Пасинду Бхавачо Патитананг Павуне Бхавишнаве Бхю Наму Нама Муканкароти Вачаланг Пангунланг Хетгирим Ятки Патамаханг Банде Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсидеппай Пиявай Кешава Сачам Шна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Наму Нама Нараяна Намаскитта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тату Жайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхупадеше Гаурия Патрасья Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Барваня Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Виринчинутам Сараньям Витаттихам Панутопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарунарвиндам Ят Пада Паллаванакачанда Маничатая Бисфуриджита Кимапика Бодушва Дарши, Пурнану Рагараса Сагару Сару Мурти, Сарати Камуи Када Памкаруси, Сри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда, Шиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда, Сри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда. Шиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Винда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита бхужау канака бодато Шанкиртанай капитару камала ятакшо Вишамбару дижабару югадхарма пало Банде ягат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайра Бандито Дипа Рупам Бхуктин чамуктин чадада синитам Бхаванурупе насада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши табам бхагам Нараяно приямананго мада пухарам Барануси Пурапати Бхаджаби Шанатам Ваги Саджасва Вадане Лакшми Риджасва Чавакшаси Ясьясте Де Сангит Вам Нишинга Махам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Асара сансара халу дукшару пивимакаха шутаха кашча дханам кашча снехован жалати анишам нача индраша сукхам кинчинна сукхам чакравартина сукхам масти виракташа муне реканта живина Гаурия Гоштипати Годя Гоштипати, Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупада. Парамахамса Джагадгуру сказал, Гуру Вайшнава оставляет за собой право ругаться на нас, упрекать нас, и также могут демонстрировать свою любовь, могут вести себя и так, и по-другому. Шутаха кашча дханам кашча снехоба нижалати анишам нача индраша сукхам кинчинна сукхам чакравартинаха сукхам масти виракташа муне реканта живина Гаурия Гоштипати Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупада Парамахамса Джагадгуру сказал, Гуру Вайшнава оставляет за собой право ругать вас, кричать на вас, могут даже вас побить, могут с вами сделать все, что угодно. В то же самое время могут показывать вам свою любовь. Но будьте уверены, когда они нас ругают, когда они нас бьют, это также является проявлением их огромной любви. Когда они выражают нам свою любовь, то тут все понятно, вопросов нет никаких. Только удачливые могут понять это. Только удачливые могут понять это. Но другие не понимают этого. Они не могут этого осознать. Шрила Прабхупада говорит, иногда Гуру Вайшнава вынуждены говорить с нами очень грозно. Они вынуждены нас критиковать. Иногда они вынуждены это делать. Они вынуждены нам говорить о негативных вещах. Кажется, что они критикуют. Но Прабхупада говорит, нет, они не критикуют. Это совсем не так. Прабхупада говорит, иногда кажется, что они так разговаривают грозно, что они критикуют ужасно, и что-то они рассказывают о какой-то вещи в таком негативном ключе, но они вынуждены так поступать, и это является признаком их великой любви к нам. Это их великая любовь. У них нет никаких личных интересов. Даже и следа нет личных интересов. И если бы у них и были личные, если бы у них были личные интересы, тогда мы могли бы назвать их завистниками. А иначе нет. Я написал ответ на один вопрос. Кто-то задал вопрос. Как мы можем понять, что произошло между Бхактивилас Тиртха Госвами Махарадж Кунджаби Хари Видьябхушан и Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж? Я уже дал ответ. Сегодня ночью я закончил письмо. На самом деле это очень сложно. Потому что существует бесконечное множественное джив, и у каждой из дживы есть свои самскары, свои привычки. Также каждая джива обладает свободой выбора. Как привести все в гармонию? Это на самом деле очень сложно. Только Шудда Гуру Вайшнава могут это сделать. Но некоторые их отвергают и оставляют их прибежище. Только
чистые вайшнавы могут привести все в гармонию. Это невозможно для всех. В Бхакти Расамрита Синдху Шрила Рупа Госвами Пад пишет: Принанам Сарва Джагатам. Рупа Госвами Пад пишет: Гуру Вайшнав, может быть, у них нет денег. И непонятно, как так выходит, что когда люди приходят к ним, к чистым преданным, они чувствуют удовлетворение в сердце, они приходят к ним, предлагают свои поклоны. Конечно же, я сейчас не говорю о тех, у кого есть багаж-аппарат, потому что те, кто совершает вайшнава-аппаратхи, существует 10 видов нама-аппаратхи. Если человек совершает нама-аппаратхи, особенно вайшнава-аппаратху, в таком случае Харикатха не может изменить их сердца, потому что сердца оскорбителей становятся пассивными. Они становятся непроводниками. Пластик, дерево не проводят электричество, потому что эти материалы, они не проводники. Когда мы совершаем оскорбление осознанно или неосознанно, иногда вы совершаете апаратхи неосознанно, не специально. Иногда ваше подсознание в ответе за это. И вы даже понять не можете, что у вас ложное эго. Но ложное эго, оно в вашем подсознании. Вот вы думаете: «О, я совершил так много служения», и вы хотите доказать, что все остальные вайшнавы, они бесполезные, они все делают неправильно. И снаружи так-то непонятно, что у вас сложное эго, но гуру вайшнавы, они все видят. Даже когда они находятся далеко от вас, они могут понять, что в вас развивается ложное эго. Сейчас оно находится в тонкой форме, но оно может развиться до грубой формы. Нам следует уничтожить семя папы, греха, семя апаратхи, чтобы не позволить ему прорасти. Сознательно или неосознанно мы совершаем оскорбление, мы также совершаем какое-то служение. Конечно же, если мы хотим назвать все вещи своими именами, если мы говорим о чистой сиддханте, то следует заметить, что сева не может совершаться, когда в сердце есть апаратхи. Но я, чтобы вас вдохновить, я называю это севой, то, что вы делаете. Рупа Госвами Пад пишет: «Принанам Сарва Джагатам». Мы лично это видели в жизни Шрила Бхакти Прамода Шрила Госвами Махараджа. У него не было денег. И большинство людей, они не смогли понять, кто он. Он очень бедный, очень скромный. Все приходили к нему и думали, что он был обычный человек. У него не было иностранных учеников. Постоянно он был склонен в поклоне. Голова его постоянно была склонена. И люди, они, как правило, не понимали его. Только некоторым удалось понять. И вайшнавы, как Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махарадж, Бхакти Валтир Госвами Махарадж, Бхакти Веданта Ванна Госвами Махарадж, Шридхар Махарадж, Мадхава Махарадж, они все, конечно же, это знали, кем является Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Но материалисты, они все же приходили к Пури Махараджу после работы. И они даже не знали, зачем они приходили к нему. Они сами этого не понимали. Они не совершали баджана.
Они предлагали свои поклоны, спрашивали Махараджа, как у него были дела, потом слушали советы от него. И люди чувствовали удовлетворение в сердце. Вайшнав. Сейчас все предвзятые, делят всех на своих и чужих. И люди, они отклонены от подлинного пути. И что мы можем с этим поделать? Мы можем попробовать что-то сделать, но они отклонены от пути. И куда они двигаются, они не знают. У них нет цели. Ничего нет. Они что-то, чем-то там занимаются. И вот эти вот люди, которые приходили к Гуру Падпадме, они были свободны от оскорбления, они не совершали никакого баджана, но они не были оскорбителями, поэтому они чувствовали удовлетворение в сердце. Но почему они чувствовали удовлетворение? Они сами этого не знали. И я не имею в виду только людей, даже животные, они получают удовлетворение от общения с садху. Был один садху из другой сампрадаи. И он совершал рамабаджан в лесу. В Мадхьям-Прадеш, если я правильно поняла, МП. В глухом лесу. И как только садху начинал совершать киртан с музыкальным каким-то инструментом, как только он начинал воспевать имена Рамачандры, один медведь свирепый, он постоянно приходил и слушал киртан. И медведь слушал киртан столько времени, сколько садху воспевал имена. И потом садху предлагал ему прасад, и медведь кушал и уходил. А в Айодхе одна обезьяна, она приходила слушать Рамчаритманас. Его читал один садху. В общем, обезьяна приходила, слушала и потом уходила. Каждый день. И когда та обезьяна оставила тело, все садху, они организовали огромную процессию и сделали абишек обезьяне. То есть это случается даже с животными, что говорить о людях. Но когда человек совершает оскорбление, тогда создается некое препятствие. И оно не позволяет вам прогрессировать, развивать ваше сознание. Ваше сознание, оно деградирует, обрушивается. Что значит апарадха? Гуру Падпадма объяснял апагата радага ананда. Когда вы больше не чувствуете счастья, значит, вы совершили оскорбление. Ананда атмы испарилась. Осталось только тело. Ничего больше. И это очень печально. Мы видели настроение так многих ачарий. Я их называю ачарья, потому что по внешнему признаку. Чтобы понять, кто ачарья, нам нужно найти описание в шастрах. И исходя из этого, мы можем кого-то назвать ачарьями. Но я их так называю, потому что они действуют как ачарья. В общем, эти ачарьи, они совершали гуру севу. Но они использовали ее в своих интересах. Какие-то вайшнавы, они служили Гуру Падме
напрямую, они меняли его одежду, они заботились о нем, они готовили ему, а потом они развили ложное эго. Это очень опасное положение. Они использовали Гуру Севу в своих интересах. И после того, как Гурудев оставил этот мир, они хотели занять положение Гурудева, сесть на его место. То есть их целью было занять место Гурудева, и это называется Майявада. Когда я хочу занять место Гурудева, я Майявади. Но простые люди, они не понимают это, они такие идиоты. Я уже устал объяснять. Люди, они не заинтересованы в доказательствах из шастр. Они не хотят ничего слушать, они хотят слушать какие-то сказки. Сладкие сказки под названием Харикатха. Но это не Харикатха, конечно же. Они предвзятые, они не слушают доказательства из Писаний. И я не хочу терять свое время. И кто-то из севаков думает: окей, я совершил так много служения, сейчас я хочу выйти на пенсию. Знаете, пенсионеры, знаете, как работает? Люди работают на правительство, например, и после достижения пенсионного возраста они получают вознаграждение ежемесячное. Они говорят: мы совершили так много служения, мы устали, сейчас мы хотим отдохнуть. Так много севы мы сделали, совершили, сейчас нам нужна пенсия, мы хотим отдохнуть. Но будьте уверены, те, кто думают, размышляют таким образом, они не вайшнавы, они майявади. Потому что наша Гуру Сева, она не временная. Наша Гуру Сева, она не временная. О, жарко, слишком жарко сейчас на улице. О, сейчас слишком холодно. Я не могу сейчас совершать Севу. Нет, это не Сева тогда. Вы не понимаете. Не понимаете, что Сева, она вечная, жарко или холодно, или какая-то другая ситуация, неважно. Наш Нарахари Прабу, он был очень болен, он не мог даже пить. Как только он выпивал немного воды, его сразу же тошнило. И он даже в таком состоянии не хотел покинуть Чайтанья-мат, чтобы обратиться к врачу. Потому что если бы он покинул Чайтанья-мат, тогда бы он не смог больше совершать севы. Он думал: лучше я умру здесь, оставлю тело здесь. И тогда Кешава Госвами Махарадж был вынужден сказать ему: о, ты хочешь стать примером для всех? Хочешь заработать славу себе такую? О, я знаю, что ты хочешь пратишту себе. Он знал, Кешава Махарадж, конечно, что Нарахари Прабху, он не хотел никакой пратишты, он просто его так разогрел, чтобы тот собрался к врачу. А, я знаю тебя, да, ты хочешь стать полярной звездой, чтобы все о тебе говорили. Поэтому ты не идешь, не обращаешься к врачу. И тогда Нарахари Прабху сказал: о, хорошо, я обращусь к врачу. И тогда он обратился к аюрведическому врачу и вылечился он. И потом уже, когда Нарахари Прабху оставил этот мир, Кешава Госвами Махарадж, когда он говорил о нем, он просто не мог остановить свои слезы. Наш успех баджана зависит от того, насколько сильно мы любим вайшнавов. Я об этом уже говорил много раз. Успех нашего баджана зависит от того, насколько мы заинтересованы в Гуру Севе, насколько мы посвятили свою жизнь Гуру Севе, сколько у нас любви к Гуру Пад Падме, насколько мы энтузиасты. Гуру Севака не может чувствовать усталости. Он никогда не устает, как Парампуджапад Мадхава Госвами Махарадж.
Он всегда был готов совершать служение, как пожарник. Мадхва Госвами Махарадж, он сказал, что пожарник, он не может так рассуждать. «О, смотрите, там пожар, и ладно, хорошо, я тогда утром потушу. Но смотрите, там пожар, нужно сейчас его ехать и тушить. Может быть, сейчас 12 часов ночи или 2 часа ночи, неважно. В каком-то уголке мира души умирают, обманщики забирают их деньги». И таким образом они зарабатывают себе имя и славу. Мы знаем, что ситуация сейчас она очень негативная, но чем больше она негативная, тем более энтузиастами мы должны быть, тем большими энтузиастами мы должны быть, чем больше энтузиазма мы должны проявлять. И мы все планируем, как сделать так, чтобы охватить максимальное количество людей, чтобы донести до них послание. Сиддханту Прабхупады. И если нам нужно на это потратить деньги, мы можем это сделать. Есть один метод, через который можно донести харикатху до сотни тысяч людей. Деньги не так, не такой уж значимый фактор, но нужны люди, кто этим будет заниматься, кто готов посвятить свою энергию этому делу, кто может этим заниматься. Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он был, посвятил свою жизнь служению Нарахари Прабху, Кешава Госвами Махарадж, Шридхар Госвами Махарадж, все они посвятили свою жизнь, служили служению. И мы не можем даже этому поверить в это. Это за пределами нашего воображения. Мы даже не верим в то, что так возможно. Поэтому ситуация ухудшается с каждым днем. Большинство людей, они не хотят слушать харикатху. Анантадев занимается служением целую вечность. И несмотря на это, он не чувствует усталости. У него все больше и больше энтузиазма, и все больше и больше служения он совершает. Наша цель — это контроль над духовным, над духовными организациями, прям как политики в материальном мире. Кто поможет мне пересечь этот материальный океан? Только Нитьянанда Прабху и его вечные спутники. Только Нитьянанда Прабху нам может помочь. И его паршады. Они тоже нам могут помочь. Много раз я уже сказал о том, что все, что приходит в нашу жизнь, лава, пуджа, пратишта, у нас нет на это права. У нас нет права принять лава, пуджа, пратишту. Единственный хозяин, единственный авторитет — это Нитьянанда. Вся пратишта принадлежит Нитьянанде. У нас нет права на пратишту. В тот момент, когда я себе присвою пратишту, я упаду. В тот же самый момент. Я не смогу больше говорить харикатху. Харикатха не появится, не снизойдет через меня, не сможет появиться на моем языке. Анантадев совершает служение целую вечность. И его паршады также. И они чувствуют себя постоянно, они чувствуют огромный энтузиазм, но мы устаем. Сегодня Нирджала Экадаши,
Нирджала Экадаши значит, что нужно поститься на сухую, не разрешается даже пить воду. Шастра предписывают, что Экадаши можно совершать, приняв немного фруктов и кореньев, если вы не можете полностью поститься. И сейчас понятие Экадаши полностью перевернуто. Это очень важный момент. В Экадаши можно кушать один раз. Но самое главное, это сколько у вас есть силы, чтобы оставаться, держать фокус на харикатхе, на харикиртане, на служении. То есть если вы не можете служить, если вы не можете совершать служение, слушать киртан, харикатху, значит, вам нужно поесть. То есть самый главный параметр – это служение. Если пост – это является барьером в вашем служении, тогда лучше не поститься, ну, принимать анукальпу. Вообще Экадаши совершается, Экадаши врата, она длится 3 дня. В Дашами принимается прасад 1 раз в день. В день Экадаши полный пост, и ночью нельзя спать. И преданные, они воспевают имена, святые имена. И на следующий день нужно совершить анник, прервать Экадаши, и можно покушать 1 раз в день. То есть в день Экадаши ночью нельзя спать. Это вот если следовать как положено, но обычные люди, они не могут следовать такому стандарту. По разным причинам. Климат меняется, у людей нет терпения, нет силы, нет читбала, гурубала. И мы видели в жизни Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа, он совершал Экадаши таким образом, по самому высокому стандарту, только в последние дни жизни доктор запретил поститься в Экадаши. Вайшнавы, они соблюдают Экадаши. И они соблюдают очень радостно Экадаши. Они прям чувствуют ананду, потому что Экадаши вам может даровать бхакти. Мадхаватити бхакти джанани джатане палана кори Шудда бхаката чарана рену бхаджана ону кула. Very nice kirtan. Очень прекрасный киртан. Но никто не поет этот киртан. Вот почему развиваются материальные концепции. Какие-то осквернения. Случаются. Кто-то был простодушным, скромным, он должен был бы уже подняться очень высоко, но этого не произошло. Он слушал столько много харидхатхи. Почему? Потому что неосознанно какое-то осквернение случается. Один преданный спросил: почему мы не можем стричь траву в Экадаши? И я уже написал ответ, уже закончил его. Завтра наберем на компьютере. Ругаются с нами. О, ну мы служим Бхагавану, какие проблемы здесь? О, да, они служат Бхагавану, да. Я написал уже со всеми доказательствами из шастр. И в Брихат Бхагаватамрите я уже упомянул много раз, что все сварупа,
все шакти происходят из сварупа шакти. Перед нами мы видим Катьяяни, но сварупа шакти являет себя в форме дурги перед материалистичными людьми. Но у нас нет никакого права оскорблять полубогов. Почему Махапрабху предлагал свои поклоны Видья Шиве, когда он ходил в школу? По пути в школу он постоянно предлагал свои поклоны Видья Шиве в Параматале. Почему Махапрабху посещал храм Каши Вишванатха в Варанаси? Почему он ходил вот в эти все места, в Каньякумарику? Эти божества, они не Кришна. Люди в замешательстве. Кто-то даже спорит по этому поводу. Мы не можем предлагать воду Шиве, потому что это запрещено в шастрах. И они называют себя рупанугами, рупануга-бхактами. И тогда что получается? Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Мадхава Махарадж и так далее, они все падшие души, потому что они установили божество Шивы. Никто не понимает, у кого нет даже основ баджана. В настоящее время баджан — это какие-то пляски, голые пляски. Сейчас вот это значит баджан. И я когда слышу какие-то вещи, я иногда, мне хочется даже умереть. Говорят, делайте все, что хотите, все в порядке, все можно. И вот это называется баджаном. У них даже нет основ. Они не знают основ баджана. Когда я установил Шивджи Махараджа здесь, в центре, в нашем центре, столько много вопросов пришло, и я был вынужден дать ответ. Я установил Нилаканта Махадева. Почему я это сделал? Я написал большую статью, после чего вопросы все закончились. У них нет даже понятия, что к чему. В Брихат Бхагаватамрите это написано четко и ясно, начиная даже с первой главы, что у нас нет такого права оскорблять полубогов. Бхагаван являет себя в различных формах. Является в форме разных аватаров. И также происходит в случае шакти. Кришна он Сачитананда, и тогда Радарани тоже Сачитананда. Если Кришна Сачитананда Виграха, что, Радарани не Сачитананда Виграха? Что вы думаете по этому поводу? Когда люди совершают Чандипат, глупые люди, идиоты, они слушают Чандипат, но они не понимают значения. Там говорится «Ананда Моима». И в Брихат Бхагаватамрите написано, что вся Ананда... Почему вы поднимаетесь так рано утром, чтобы совершать Харибаджан? Почему? Конечно же, вы чувствуете счастье какое-то. Если нет, если вы не чувствуете никакой ананды, вы что, сумасшедшие, что ли, всем этим заниматься без каких-то результатов? Существуют такие сумасшедшие люди, которые просто бессмысленно делают какие-то вещи. Конечно же, вы получаете, испытываете какое-то счастье. Сева значит ананда. Санатана Госвами, он объясняет, что ананда, она исходит из сварупа шакти. И иногда сварупа шакти является в форме кали и дурги. Внешне они находятся в тамагуне, в раджагуне, ма внешне, но внутренне они сварупа шакти. Они вам могут дать свои благословения. Я вам не говорю, что с завтрашнего дня вам нужно начать поклоняться кали и дурге. Нет. Махапрабху отправился, он посетил Шри Шайлам, встретился с Дургой и с Шивой. Дурга
приготовила прасад, и Махапрабху вместе с Шивой, они приняли этот прасад. Поэтому, если бы Махапрабху, он ненавидел Дургу, как бы он мог принять прасад, приготовленный ей? И у меня есть даже картина, где Шанкар Бхагаван сидит вместе с Гурангой Махапрабху, они обнимаются. Эта картина, она очень известная. Они разговаривают о Кришне, обсуждают Таттва-сиддханту. Но люди не понимают этого. Мы не поклоняемся Шанкар Бхагавану, как обычные люди. Они поклоняются проклятие Бригу Муни распространяется на обычных людей, но это проклятие не относится к нам. Проклятие, то есть существует вот это проклятие Бригу Муни, да, есть такое дело, но это проклятие, оно к нам не относится, потому что мы совершаем севу Шивджи Махараджу в этом настроении. Поэтому он Вайшнава нам ятас шамбу. Это проклятие, оно не может на нас распространиться, потому что мы поклоняемся Садашиве, Вишну Татве. Вишну Татва вне материальных ограничений. Также Нараджи Махарадж получил, был проклят Прачета Дакши. Тот же самый Дакша Праджапати. Дакша родился опять как Дакша Прачета Дакша. Он не смог очистить свое сердце от апарадхи, совершенной в отношении Шивы. Поэтому он совершил оскорбление лотосных стоп Нараджи Махараджа. Нараджи Махарадж дал такие наставления сыновьям Дакши, что они отреклись от этого мира. И тогда Дакши разозлился и проклял его. Сказал, ты не сможешь оставаться нигде на долгое время. Нараджи Махарадж на самом деле не может нигде оставаться надолго. То есть он стоит здесь, ему нужно сразу же передвинуться в другое место. Он не может находиться в одном месте. Это его проклятие, которое он получил. Но тот же самый Нараджи Махарадж, он может долгое время жить в Двараке, потому что Дварака это не материальное место, оно находится вне материи, за пределами материи. Нараджи Махарадж чувствует себя комфортно в Двараке. Окей, он чувствует себя комфортно, несмотря на то, что он получил это проклятие. Когда Нараджи Махарадж был проклят, он засмеялся. Милость, которую дарует саду, она показывает, насколько этот саду велик. И это проклятие помогает ему двигаться в разных местах, и таким образом он проливает свою милость на разные души и спасает их. И, конечно же, я здесь не говорю об обычных людях, которые ходят туда-сюда, как прям Нарутам Такур, он пишет в Киртане, что в поисках призвания и денег я брожу и совершаю так называемую проповедь. Бхима — это старший брат Кришны. Бхима, он... Кришна берет пыль с лотосных стоп Бхимы. Бхима, он не может поститься, потому что в Бхиме, в желудке Бхимы присутствует особенный огонь. В каждом из нас есть Вайшанар Анар. Это огонь пищеварения. Вайшанар.
агар. Бхагаван в Бхагавад-гите, он говорит, что «Я — огонь пищеварения в телах всех живых существ. Я перевариваю все сладости, сыры, которые вы употребляете. Вам только нужно поесть, и у вас нет больше головной боли». Вся головная боль, она переходит к Кришне. У Кришны голова болит, как там все переварить у вас. И Кришна находится в телах всех живых существ в форме вайшанар агар. Я перевариваю все, что едят живые существа. Сладкое, пикантное. Кришна говорит об этом в Гите. Никто не читает Гиту. Если бы только они могли прочитать перевод Гиты. Жизнь очень коротка. Я уже дал харикатху на хинди по поводу Бхагавад-гиты. Это заняло почти 2 года. Я не могу каждую тему на всех языках давать. Нужны переводчики. Нужен перевод, но кто будет переводить? Людям нравится давать собственные лекции, мне нравится переводить харикатху. Я сказала им, это их основное служение. Да, они, конечно, его совершают, но не так быстро, как хотелось бы, как нужно было бы. Возвращаясь к Биме, Бима не может поститься, потому что огонь в теле Бимы, он особенный, он отличный вайшанар агар. Брикодар. Этот огонь, он намного мощнее. Если желудок Бимы пуст, то этот огонь, он разрушает тело изнутри. Бима может есть очень много, и этот огонь, он все переваривает. Также Мадхавачарья, он мог съесть за раз 1000 бананов и мог выпить за раз 18 кувшинов молока, огромных кувшинов. Потому что Мадхавачарья — это аватар Бхима-севы Ханумана. Он ел за раз 1000 бананов и выпивал 18 кувшинов молока, чистого молока. Мадхавачарья поднял огромную скалу из Гопичандана, в то время как 10 человек вместе не смогли ее поднять. Он был таким могущественным. Бхимасена не может поститься. Кришна дал наставление Биме, тебе нужно поститься в Экадаши, но Бима ответил, я не могу, невозможно для меня. Тогда Кришна дал ему, проявил свою снисходительность и сказал, хорошо, тебе нужно поститься один раз в год, и тогда ты сможешь... как сказать, другие Экадаши тебе не нужно поститься, хватит одного. Это специальная снисходительность, проявленная Биме, не вам и мне. Это особенная милость, оказанная именно Биме, не нам. Поэтому Бима, он соблюдает Нирджалы Экадаши, все пандавы, и тогда он получает плоды всех Экадаши за год. Но это специальная, особенная милость Кришны. Все они слуги Ананты. Бхимасена явился в образе Мурари Гупта. Хануманджи Мараш явился в образе Мурари Гупта. Это особенный случай, особый случай. Анантадев — это единственный авторитет, единственный получатель всей пратишты. Только он может принять пратишту, но у нас нет такого права. Вот почему Лаба Пуджа Пратишта не могут осквернить сердце чистых преданных.
Вот почему сердца чистых преданных не оскверняются из-за лаба пуджи пратишты. Чистые преданные не принимают пратишту, потому что если я приму пратишту в свою жизнь, тогда мое сердце осквернится, и тогда я упаду сразу же. И смотрите, кто-то раньше был скромным, и его харикатха, его все писания, они были подлинными. Проверьте сами, вам не нужно мне верить. Почитайте его писания ранние, даже Видьявинод. Он столько всего написал, его письмо было как огонь, после чего он отклонился от пути Гурудева из-за пратиштхи. И тогда Кешава Махарадж, он сказал такие слова: мы хотели бы узнать имя гуру этого Субхасага, это имя предыдущего Видьявинода, если я правильно поняла. То есть один и тот же человек. Сначала он по милости Прабхупады написал славу Харинамы, и потом он написал столько томов разных книг, где он пошел против Гаудия Матха. Он просто хотел уничтожить Гаудия Матха. И Кешава Госвами Махарадж сказал, что вот этот Субхасаг, он создал тризубец, при помощи которого он намеревался уничтожить Гаудия Матха. Но он дурак, он не знает, что Гаудия Матха невозможно уничтожить. Гаудия Матха, он существует вечно. Когда вы с гуру вайшнавами в гармонии, тогда вы совершаете севу, и все хорошо. Но как только вы отклоняетесь от гуру дева, тогда вы совершаете оскорбление. Вы совершаете иногда оскорбление неосознанно. Если кто-то... Если вы причиняете кому-то боль, даже неосознанно, то это может стать причиной вашего падения. Я могу вам привести пример, чтобы вы поняли. В одном матхе был ачарья Парампуджапад Шраман Махарадж. Они меня приглашали часто в этот матх, и я там говорил харикатху. Сейчас у меня нет времени, мне очень жаль. Вот наш гуру Варга Шраман Махарадж, он был врачом, и в то же самое время он был великим садху. И я не знаю, как так вышло, но он издал календарь вайшнавский, и там была какая-то ошибка небольшая. Как-то вот так вот он пропустил... Из вида, из его ушло, конечно же, специально он не мог здесь совершить такую ошибку. И тогда наш Шрила Вайканадж Госвами Махарадж, он написал ему письмо в очень таком смиренном настроении. «Дорогой мой духовный брат, если ты делаешь расчеты таким образом, тогда как мы можем все привести в гармонию в соответствии с шастрами? Несовпадение выходит какое-то. Как мы можем следовать вот этим твоим расчетам, что Экадаши случается в этот день? Смотри, вот астрологические расчеты, они вот такие». В общем, он написал большое письмо и послал это письмо с кем-то, Шраману Махараджу. «О, Махарадж, Шрила Вайканадж Махарадж тебе послал письмо». «Что за письмо? Что за письмо?» Потом он прочитал письмо, и потом так обрадовался, и он написал ответное письмо: «Дорогой мой духовный брат, я сделал ошибку, и я даже ее не заметил. Я настолько счастлив, что ты помог мне заметить эту ошибку. И ты такой милостивый, у меня появилась возможность исправить эту ошибку. Да, да, я признаю, я совершил ошибку, я сейчас все исправлю». И сразу же он напечатал поправку календарю.
Но если сейчас кто-то кому-то говорит, о, ты там совершил ошибку, то те, кому это говорится, они гневаются сразу же, могут даже побить. Поймите разницу, и тогда таким образом у вас получится развить смирение. Говинда и Шанкар Пандит, они были с Чайтанья Махапрабху круглосуточно, находились рядом с ним. Шанкар Пандит получил имя подушка. Знаете, подушка? Я не использую подушки. Я не знаю, как это работает. Но... исполняя наставление Гуру Вайшнавов, Шанкар Прабху, он лежал рядом с Махапрабху в обнимку, то есть он обнимал ноги Махапрабху таким образом, чтобы Махапрабху не смог никуда убежать. Как только Махапрабху собирался куда-то сбежать, Шанкар сразу это чувствовал и останавливал его. Насколько он удачлив. Лотосные стопы Махапрабху, они настолько редки для Шанкар, для Шанкар Бхагаваны, для Брамы, но наша Гуру Варга, она получает их с такой легкостью. Одним днем Рай Махасай и Сваруп Дамодара ушли из Гамбиры, потому что они... на них Говиндан накричал, что вы там моему Прабху рассказываете, вы что, не можете ему что-то хорошее рассказать? Он постоянно только плачет. Говинда, его второе имя, это вторая Сачима, он постоянно заботился о Махапрабху. Смотрите, уже поздно, а вы все здесь сидите, что вы тут ему рассказываете? Прабху постоянно плачет. И тогда Рай Рамананда, он испугался, Рай Рамананда, это такая грандиозная личность, Махапрабху, он сам выражает почтение Рай Рамананде, но Говинда на него накричал. И тогда Рай Махасай сказал, окей, хорошо, Говинда сегодня разозлился, нам нужно сегодня уйти пораньше. Ну, не пораньше уйти. И когда Рай Махасай и Сваруп Дамодар ушли, Махапрабху, он принял прасад, и он не смог уснуть. Он чувствовал невыносимую разлуку. И утром Рай Рамананда и Сварупа Дамодар, они вернулись очень рано утром, потому что они видели, что... прошлой ночью, они видели состояние Махапрабху прошлой ночью, тогда сразу же, рано утром, они вернулись. И они увидели, что Шанкар, он спал, глубоко спал. Тогда Рай Махасай разозлился и сказал, Шанкар, что случилось, ты спишь? Да, я сплю. Но мы тебе дали эту ответственность следить за Махапрабху. Глупый, ты должен следить за нашим Прабху. Это твоя искренность. Мы тебе дали такую ответственность. Мы ушли на некоторое время, на ненадолго. А ты спишь? Где Прабху? Тогда Шанкар предложил свои поклоны и сказал Рай Махасай, да, ты прав. Спать — это мое жизненное счастье. Я не способен совершать никакое служение Махапрабху. Я хотел бы ему служить, но я не способен на это. Я сплю, да. Ты прав. Спать — это единственное счастье в моей жизни. Я не способен совершать служение. Но не беспокойся, Прабху, он только что ушел на океан принять омовение. Всю ночь я за ним следил. А, окей, извини, сказал Сварупа Рай Рамананда. Смотрите, настроение Шанкар Прабху. Он не спал всю ночь, а Рай Рамананда пришел и наругался на него.
ты спишь, ты только хочешь наслаждаться. И тогда Шанкар Бхагаван, он признался, он сказал, да, да, я только сплю, я не способен на служение. Смотрите, как вайшнавы себя чувствуют. Вайшнавы, они гневаются только тогда, когда кто-то оскорбляет других вайшнавов, когда кто-то посягается на парампару, на сиданту. Но если на них самих кто-то нападает, оскорбляет их, то им, ну, это их не трогает никак. И в наше время в мире люди не понимают вайшнава татву. Сегодня я хотела охватить сразу несколько тем. Одним выстрелом хотел обговорить много тем. Экадыши, слава вайшнавов. Я поговорила о ложном эго, как оно развивается. Мои высказывания и мое письмо, они не должны обижать никого. Однажды я написал очень такое серьезное письмо, суровое письмо, потому что мои два духовных брата, они были неискренни, они находились рядом с Бхарати Махараджем. И они что-то сделали, и они меня не спросили у меня совета. Я писал книгу в тот момент, они мне помогали, они меня всячески помогали, но это не значит, что они не должны спрашивать и принимать решения без меня. Поэтому я написал такое очень суровое письмо им. И они пошли к Бхарати Махараджу, чтобы показать это письмо. Я вам рассказываю факты. Они показали это письмо Бхарати Махараджу. О, смотри, Баба написал вот такое письмо. Мы ему помогаем, а он вот так написал. Тогда Бхарати Махарадж, он на некоторое время он замолчал. Вы можете спросить у них. Я вам могу сказать их имена. И тогда Бхарати Махарадж ответил, а почему вы так себя ведете, что саду злится на вас? Вы не должны себя так вести, вы должны у него спросить сначала. То есть это был ответ Бхарати Махараджа. Я не саду, Бхарати Махарадж меня назвал саду. Я не саду, я пытаюсь стать саду. Это его любезность, он назвал меня саду. Если один старший преданный, он совершает так много служения, может, он и ошибся где-то, но за это не нужно его игнорировать, нужно всегда подстраиваться, нужно всегда все приводить в гармонию. Всегда нужно договариваться. Не в материальном плане, конечно же. Все должно быть в гармонии. Наш лозунг — это минимум людей и максимум результата. И если каждый начнет вести себя независимо, тогда, конечно, сева не получится никакой. Это был метод Прабхупады. Если каждый будет действовать независимо и отклоняться таким образом, то сева невозможно. Месяц назад где-то мы нам нужно обсуждать Чайтанья Бхагавату, но много уже дней нам не удается этого делать. В последний раз мы читали о Нитьянанде, и он держит все бесконечные миры. Нитьянанда Баларам, он являет себя как Дама, как Паршады. Это все Сандини Шакти. Мы уже поговорили на эту тему. Я прочитал уже столько много шлок. Мулирасая ститу атмутантру, джолилая
Нитянанда, он держит эту землю, поддерживает эту землю, он держит все планеты, звезды, все миры, все духовные миры, материальные миры. Нитянанде достаточно только посмотреть, и все миры разрушатся. Также он создает бесконечные миры своим взглядом. Миры создаются и разрушаются. Он бесподобный, не имеющий равных, непобедимый. А Адвайгьянтатва — это термин, который мы применяем в отношении Кришны. Но так как Баларам, Нитянанда Баларам, не отличен от Кришны, то он также является Адвайгьянтатвой. И мы можем применить этот термин только к первой экспансии Кришны Баларами. Только Кришна может совершать Расалилу. Но Прабхупада нам объясняет, что Баларама Нитьянанда, он Севак Татва и Севья Татва. То есть он служит и принимает Севу. Это единственная татва, помимо Кришны, которая занимает... единственная татва, которая занимает такое положение. И поэтому Баларама, он может совершать Расалилу. Нараяна не может, Вишну не может. Конечно же, Баларама совершает Расалилу с другими гопи. И положение Баларамы таково, что сам Кришна массажирует его стопы. Когда Кришна и Баларам пасли коров, они нагулялись, и Баладауджи Махарадж лег отдохнуть под дерево баньян. И тогда Кришна незаметно подошел и стал массажировать лотосные стопы Баларамы. Это Баларама. Вот кто Баларама. Попытайтесь понять, осознать это. Когда вы что-то делаете, когда вы чем-то занимаетесь, все ваши действия и слова, они должны быть под таким контролем. Вы не имеете права причинять боль вайшнавам, даже неосознанно. И это необходимо, чтобы сохранить ваш баджан. Гуру вайшнавы, они могут упрекнуть, могут поругаться, но вы не берите на себя этот риск, иначе вы можете потерять ваш баджан. Здесь написано, что Баларама, он бесподобен, непобедимый, Адвития. И что здесь неправильного? Адвития значит, что здесь нету второго какого-то, второй татвы. Поэтому здесь мы приходим к той же самой Сиддханте. Все, что мы видим, и все, что даже мы не можем видеть во всех бесконечных мирах, все, что доступно нашему взгляду, и то, что недоступно, даже то, что недоступно микроскопам и телескопам, все, что существует, это Нитьянанда. Все, что вы не видели, и чистые преданные, они видят во всем Нитьянанду. Вот почему у чистых преданных нет проблем. Но как только вы видите каких-то красивых женщин, то, другое, это значит, что ваш даршан несовершенен. И он вас выкинет в океан Майи. Но если вы научились по милости вайшнавов видеть все как проявление Нитьянанды, тогда у вас не будет проблем. Вы можете видеть Нитьянанду повсюду. И это правильный даршан. Кто может понять ананта-татву? Кто может осознать эту татву? Кто в состоянии это сделать? Out of his father's mercy, he is going to take the form.
по беспричинной милости Нитьянанда принимает форму этой виграхи. Баларама может быть сравнен с океаном, бесконечным океаном. Прабхупад и Бхактинот Такур, они пишут, они что-то написали, чтобы дать нам понять, что Нитьянанда Баларам — это как бесконечный океан. И в бесконечном океане формируются бесконечные волны. Все лилы Бхагавана — это всего лишь одна лила, одна волна. И если вы, если даже вы будете плыть целую вечность в этом океане, вы не достигнете, никогда не сможете достигнуть краев. Несколько десятков лет назад, в 1967 году, если я правильно помню, исследователи запустили космический корабль исследовательский в космос. Может быть, год назад еще получали сигнал от этого вояжера, но сейчас, мне кажется, что уже больше не получают сигнал. Представляете? Вы знаете понятие такое «световой год»? Это расстояние, которое проходит свет за один год. То есть как далеко этот корабль улетел и до сих пор сигнал приходил. То есть если вы только поразмышляете на эту тему, насколько мы бесконечно малые, незначительны, насколько наше существование незначительное. Только если мы осознаем нашу бесконечную малость, только в том случае мы сможем развить смирение. Иначе мы будем находиться под влиянием ложного эго. И в последней харикатхе я уже сказал, что пока мы находимся на связи с Нитьянандой Баларамой, с Бхагаваном, тогда у нас нет проблем. Но как только мы теряем этот контакт, у нас сразу же появляются проблемы. Мы чувствуем всякие неудовлетворения. Шудда Шакти Мурти. Все бесконечные миры существуют в нем, в Нитьянанда Балараме. Мы не можем даже справиться с одной волной, что говорить об океане, о бесконечном океане Нитьянанды. Красота волн, красота лил. Сики значит «выучив», после изучения. Джива Госвами Пад пишет объяснение. Какова наша цель? Наша цель — это не научить других людей, но научиться самим. И мы можем говорить вот с такой идеей, вот с такими намерениями. Бхактинот Такур со слезами на глазах написал в киртане. Вы поете этот киртан? Janme janme prabhu deho gaur hari ahetuki bhakti charane tumar. That's a nice kirtan. Прекрасный киртан. Когда настанет тот день, когда мы сможем зайти в храм Гамбиры, когда мы забудем обо всех и обо всем, и когда мы погрузимся в баджан, когда мы забудем о еде и о всех наших обязанностях, и будем памятовать только о Кришне, когда наступит тот день?
Махапрабху нас хотел научить. Не рисуйтесь, не выставляйтесь. Будьте скромны, смиренны. Когда наступит тот день, когда мы сможем зайти в Гамбиру, чтобы забыть обо всем мире? Мы хотим забыть все. Я хочу разбить на части мой телефон. Но я не могу этого сделать, потому что я использую телефон для трансляции YouTube по выходным. И мне телефон служит для этого. Если вы будете слишком много сидеть в телефоне, то ваш мозг будет осквернен. Вы можете использовать телефон для севы, для служения, но не загрязняйте вашу голову, а освободите ваш мозг, держите его свежим. Джива Госвами Пад скриве пишет. Синга. Что значит синга? Лев. Но здесь Джива Госвами Пад объясняет двумя образами. Синга в данном случае используется здесь в значении Бхагаван. Бхагаван, он является в разных формах, как Нрисимха, Курма, Вараха, но он тот же Баларама, который являет себя в разных формах. И Джива Госвами Пад объясняет, что Синга, лев, он может быть применен в отношении Нрисимхадева и также Варахадева. Варахадев, он могущественный. Он спас землю. И благодаря контакту с матерью землей, Притиви Ма, она родила сына Наракасура. Сын Притиви Ма Наракасур. Джахар Тарандра Сикхи Сингва Махабали Нижо Юджо Нижо Джано Мано Ранже Хайя Каутухали. Здесь Джива Госвами Пад дает два объяснения. Первое, это имеется в виду Варахадев, Синга, Синха. И его мощь, она сравнена с мощью Симхи, льва. То есть Варахадев, он явился и спас землю. Он установил, поставил землю на свою ось, и потом он исчез. Но когда он явился, он порадовал всех риши муни, все стали молиться ему, предлагать свои молитвы. Благодаря тебе сейчас мы можем совершать яги. Знаете, что Варахадева, когда он встряхнулся, немного шерсти упало на землю, и таким образом появилась трава куш. И яги не могут проводиться без этой травы. Это чистая трава, священная. И когда Варахадев, он дотронулся до Притиви Ма, она почувствовала экстаз. Бхагаван, он всегда Бхагаван. В данном случае он явился как Варахадев. Когда он дотронулся до Притиви Ма, она почувствовала экстаз. И после этого она родила ребенка. Наракасур. Кто-то может задать вопрос, почему Бхагаван совершает лилы? Мы можем совершать поклонение безличному Брахману. Кто-то может задать такой вопрос. Но здесь написано,
что основная причина, по которой различные аватары, они являются в этом мире, это желание доставить удовольствие преданным. В Падмапуране написано, что Бхагаван совершает разные игры, и Бхагаван, он сам об этом говорит. Винод значит удовольствие, наслаждение. Бхагаван, он хочет доставить удовольствие своим преданным. Несмотря на то, что Бхагаван не может быть неудовлетворенным, но мы должны помнить, что Бхагаван преисполнен желания совершать игры, наслаждаться, и это сподвигает его совершать лилы. А в другом, в противном случае у него нет никаких запросов, он полностью удовлетворен сам в себе. И Джива Госвами Пад пишет, когда Бхагаван явился в форме Нрисимхадева, он принес радость всем Риши Муни, всем деватам. И деваты взмолились, сказали: благодаря тебе у нас сейчас все хорошо. До этого мы были в положении слуг у Хираньякашипу. И также Равана был настолько могущественным. Индра — это не кто-то там, он настолько могущественный, но Индра был вынужден стать слугой Раваны. О, стань моим стражником. Нрисимхадев явился по своей беспричинной милости даровать Ананду прохладу Махараджу. И все были настолько испуганы при виде Нрисимхадевы. Даже сам Брама не смог приблизиться к Нрисимхадеву. Сама Лакшми Деви сказала: «Не-не, я не пойду к нему, Прабху сейчас немного разозлен». И тогда Брама подошел к Прохладу и сказал: «О, Прохлад, Прабху явился для тебя. Можешь подойти к нему, успокоить его». И тогда Прохлад подошел к Нрисимхадеве, предложил свои поклоны, и Нрисимхадев взял его и поместил себе на колени и стал его облизывать. Облизал все его тело и поместил свою руку ему на голову. Вы не знаете это слово. Угроопи. Устрашающий снаружи, но внутри преисполненный милости. И Гуру Махарадж нас учил таким образом. Мы нуждаемся в защите Гурудева, Прабхупады, Нрисимхадева, потому что мы слабы. Мы бедные дживы, но Нрисимхадев может нам помочь. Наш Джива Госвами объясняет, что Нрисимхадев, он явился для чего? Чтобы принести счастье, даровать Ананду, Прохладу Махараджу, Нараджи Махараджа, всем полубогам. Все сразу стали счастливыми. То есть Джива Госвами Пад объясняет вот таким образом. Одно из распространенных имен Бхагавана — это Ананта Вирджа или Сингапуруш. Я издал одну книгу Нирисимха Паричарья. По приказу Гуру Махараджа я издал эту книгу. Эта книга очень редкая. Никто ее никогда не публиковал. 800 лет назад один Ачарья, Кришнадева Ачарья, один очень великий вайшнав, он написал эту книгу. Эта книга, она приравнится к Хари Бхакти Вилас, плюс-минус. Перед тем, как Хари Бхакти Вилас был написан, все вайшнавы, они следовали Нрисимха Паричарьи. Но все меня неправильно поняли. Все думали, что в этой книге имеется в виду, что там ведется речь о поклонении Нрисимхадеву.
Но хорошо, название Нарисимха Паричарья. Но Бхагаван это Симха всегда, Симха Пуруш, то есть Нарисимха Паричарья имеется в виду описание системы поклонения Бхагавану, Бхагавану Кришну. И Хари Бхакти Вилас также, в Хари Бхакти Виласе говорится о разных формах. Это одно из распространенных имен Бхагавана, Сингха Пуруш. Как только вы произнесете имя Ананты в любом состоянии, или если вы услышите имя Ананты, вы будете спасены. Джете значит кто угодно. Может быть, кто-то принадлежит какому-то племени или вот этим разным сословиям, категориям низших классов, каст людей. И сразу же тогда любой человек может получить абсолютное благо. Любой человек может получить это благо, даже те, кто жарят мертвые тела, те, кто едят собачье мясо. Если как-нибудь они произнесят имя Анантадевы. Например, вот вы идете, и вы подскользнулись, и падая, вы сказали «Кришна». Ну, чисто случайно вы произнесли имя Нитьянанды или Баларама. Как мусульмане. Они не произносят имена Рамы, но они говорят такое слово «харам». Когда видят свинью. То есть они не говорят «Рама», они говорят «Харам», но внутри «Харама» есть «Рама», то есть они произносят «Намабас». И Харидас Такур уже сказал, что они говорят «Харам», они неосознанно произносят имя «Рама». «Ха» — это значит восклицание. «Харам», «О, Рама». То есть они получат благо. Кто угодно, он может быть из Африки, из Туниса, из Боливии. Неважно, откуда человек, но если он произнесет имя Нитьянанды, целую вечность вы находитесь в этой клетке. Вы этого не понимаете. Ваше тело — это клетка. Вы живете в клетке. Вы в ловушке. Вы не понимаете. Вы слушаете Харикатху, но вы до сих пор не понимаете, что вы не это тело. Вы не являетесь этим телом. Ваше тело — это ловушка. Вы помещены в эту ловушку. Но вы этого не чувствуете. То есть вот вы здесь бродите уже целую вечность в этой самсаре. Но если вы скажете Нитьянанда, Баларама, Анантадев, все, этого достаточно. В тот самый миг, сразу же, тот час, что произойдет? Вот почему вайшнавы никогда не покидают лотосный стоп Анантадевы. Вайшнавы никогда не покидают лотосный стоп Анантадев. Закончится обусловленность дживы, если она произнесет имя Анантадевы. Придет конец ее заточению. У нас нет никакой другой поддержки в жизни, за исключением лотосной стопы Анантадевы и его паршадов. I have no time to explain the slokas.
По-другому дживы не могут быть спасены. Шлоку, с которой я начал, я вам объясню в следующий раз. Сегодня я закончу на этом, на этой ноте. Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Now, do. Go, let us go. You want to sing Mana to Kirtan? Builam na. Kirtan. They give. Ganta, Ganta. Bhajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sivasadi Gaura Bhakta Binda Bhajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadha Sivasadi Gaura Bhakta Binda Bhajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadha Sivasadi Gaura Bhakta Binda Bhajasi Chaitanya Prabhu Jive Daya Kori Saparshada Siyo Dhamo Sahayavatori Sri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Daya Kori Saparshada Siyo Dhamo Atanta durlabo premo paribare dano Atanta durlabo premo paribare dano Sikaye sarana guti Sikaye sarana guti Bhakate rapana Sikhaye sarana guti bhakate rapana Sikhaye sarana guti bhakate rapana Dainayatmani vedano gopite varano Dainayatmani vedano Gati Tivayana Abhashara Kiven Krishna Vishaso Palana Abhashara Kiven Krishna Vishaso Palana Bhakti Anukulo Matra Karjero Sikaro Bhakti Pati Kulo Bhavo Varjanangi Karo Bhakti Anukulo Matra Karjero Shikaro Bhakti Pati Kulo Bhavo Varjanangi Karo Sarango Sharanangati Oive jaharo sarango sharanangati oive jaharo
Рамо, Рамо, Хари, Хари. Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари, Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари, Хари Кришна, Хари Кришна. Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари, Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Хари Рама, Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари. Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама. Нитай Гаур, Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол. Нитай Гаур, Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол. Нитай Гаур, Хари Бол. Асар сансар халу дукшарупи бимакаха шутаха кашча дханам кашча снехован жалати анишам нача индрасша сукхам кинчинна сукхам чакравартинаха сукхам масти бирактасья муне рикант живинаха ванчакалпатарасика пасанду патитанам павана бхавишна бьюнам.